Сквайр Трелани, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня рассказать все, что я знаю об острове Сокровищ. Всю историю с самого начала до конца. Кроме, конечно, того места в океане, где находится остров. Там ведь еще остались сокровища. И вот я мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир «Адмирал Бенбоу», бродя по закоулкам которого я мечтал о неведомых островах и морских приключениях. Вся эта история началась в тот день, когда умер мой отец. Это было первое большое горе в моей жизни. Твой отец так хотел дожить до весны. Thank you.
Юнга, а ну-ка помоги принести мой сундук. Я поживу здесь немного. Человек я простой. Ром, свиная грудинка, яичница. Вот и все, что мне нужно. Берите это вам. Как меня называть, зовите просто капитаном. 15 человек на сундук мертвеца. Наш новый постоялец не был похож на простого матроса. Это был настоящий морской волк, насквозь просоленный морем. Посетители боялись его, но через день их снова тянуло к нему. В тихую захолустную жизнь он внес что-то необычное, яркое. Удобная бухточка, приятель. Неплохое местечко для трактира, адмирал Бенбоу. И ни одного суденышка на горизонте. Капитан, лиса, лиса! Где? Да вон там, вон в кустах. Не вижу.
Послушай, приятель, я вижу, ты парень верный, на тебя можно положиться. Если когда-нибудь увидишь, что сюда топает морячок на одной ноге, сразу же сигналь мне. За мной не пропадет. Получишь 4 пенса. И будешь получать каждый месяц, только без дураков. Увидишь матроса на одной ноге, получишь награду, если останемся живы. Слышишь? Угу. Это шумит море. Проклятое преддверие ада. Ты слушай, слушай. Если очень сильно прислушаться, то можно услышать голос самого дьявола. А вы видели морского дьявола? Видел, только неясно. А вот мой друг Сэнди Габбард видел его точно. Было это накануне Рождества, мы уже дней 17, как вышли из Клайда. И нам тяжеленько доставалось. Шли мы на север, и все время дул хороший ветер. Но однажды все снасти вдруг странно стали звенеть, как целый бесовский хор. Так что кровь стыла в жилах. А Сэнди стоял у стакселя, и мы не могли его видеть у брат мачты, где мы крепили паруса. И вдруг Сэнди как закричи! Мы все бросились к нему, а он только и успел сказать, что там, у бушприта, из воды вынырнул морской дьявол и посмотрел на него. Через полчаса Сэнди помер. А море сразу успокоилось. А на что он был похож? На что он был похож? Не дай бог нам всем узнать это. Эти рассказы капитана так действовали на мое воображение, что я подолгу не мог заснуть. Мне чудилось, что все углы трактира заполнены страшными пиратами, одноногими моряками и морскими дьяволами. Thank you.
Ты что здесь делаешь, приятель? Я ничего. Помни, как только увидишь одноногого, сразу свистать всех наверх. Да. Мать постоянно твердила, что нам придется закрыть трактир. Капитан отвадит от нас всех посетителей. Вот так неделя проходила за неделей, месяц за месяцем. Деньги, которые капитан дал нам при своем появлении, давно уже были истрачены, а новых денег он не платил. Капитана боялись все. И все-таки один единственный раз капитана посмели перечить. Как-то вечером к нам в трактир заехал доктор Ливси. Добрый вечер, доктор. О, здравствуй, Джим. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, мэм. Джим? Добрый. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте, вечер. Дженни. Сейчас же уберите нож. Или, клянусь вам честью, вы будете болтаться на виселице после первой же сессии нашего разъездного суда. Гнилое место! Чтобы вас всех черти задрали. А теперь, сэр, поскольку мне стало известно, что в моем округе находится подобная особа, я буду иметь над вами самый строгий надзор и днем, и ночью. Я ведь не только доктор, я и судья. И если до меня дойдет хотя бы малейшая жалоба, даже на то, что вы нагрубили кому-нибудь, я приму самые решительные меры, чтобы вас забрали и выгнали отсюда. Больше я ничего не скажу. Спасибо, мэм. Пойду дальше. Много больных. Будь здоров, Джим. Все будет хорошо.
с вами, сэр. У вас пришвартовался мой товарищ штурман Билли. Не знаю никакого штурмана Билли. Есть только один постоялец в адмирале Гринбоу. Только он не штурман, а капитан. Ну что ж, моего товарища штурмана Билли тоже можно назвать капитаном. У вашего капитана шрам на щеке. И как раз направлен. Значит, все в порядке, не правда? Веди меня к нему. Пусти! Капитан! 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 Самый. Черный пес пришел проведать своего старого корабельного друга, своего Билли. Ах, Билли, Билли. Сколько воды утекло с тех пор. Ладно. Ты выследил меня. Я перед тобой. Ну, говори. Зачем пришел? Узнаю тебя, Билли. Этот славный мальчуган, которого я так полюбил, принесет мне стаканчик рому. Давай, сынок. А мы посидим с тобой, если хочешь, и поговорим без обиняков. Напрямик, не правда ли? Как старые товарищи. Давай. Ну вот, Билли, ты должен вернуть то, что принадлежит нам по праву. Будь умницей. Нет! И довольна об этом, слышишь? Одноногий не шутит, и все. А? Если дело дойдет до виселицы, так пусть на ней болтаются все! Зря ты не согласен. Ой, нехорошо, положи на меня, ты что делаешь? Ну, черт. Куда? Уйдешь. Билли, не надо. Билли! Проклятие!
с вами? Капитан! Капитан! Что же нам делать, доктор? А куда он ранен? Ранен? Чепуха. Он так же ранен, как вы или я. У него просто удар. А? Я же предупреждал его. Ой. А теперь, миссис Хокинс, поднимитесь наверх и успокойтесь. А я попытаюсь спасти эту трижды ненужную жизнь. Джим, принеси таз. Веселится. Пророческая картина. Ну, а теперь, сударь Билли Бонс, если вас так действительно зовут, посмотрим, какого цвета у вас кровь. Джим, ты не боишься крови? Нет, сэр. Ну, тогда держи таз. Я выпустил из него столько крови, что он теперь надолго успокоится. Неделю проваляется в постели, это полезно для него и для вас. Но второго удара ему не пережить. Сразу стало легче. Джим, ты не помнишь, сколько доктор велел мне валяться в койке? Не знаю. По крайней мере, неделю, не меньше. Кроме молнии. Доконал меня этот проклятый доктор, доконал. В ушах так и поет. Джим, а ты хорошо запомнил того моряка? Черного пса? Да, черного пса. Это очень нехороший человек, но те, кто его послал, еще хуже. Послушай, Джим, если мне не удастся отсюда выбраться, или они мне пришлют черную метку, знай, что они охотятся за моим сундуком. Ты понял? Так вот, садись на коня и скачи во весь дух. Мне уже все равно, хотя бы к этому доктору крыся. И пусть зовет всех на палубу, всех судей, присяжных, и накроет моих гостей здесь, на борту адмирала Бенбоу, всю шайку, всех до единого, кто остался в живых из команды старого Флинта. У Флинта я был первым штурманом, первым. И один знаю то место. Но ты ничего не делай, пока я не получу черную метку. Или ты снова не увидишь этого черного пса или моряка на одной ноге. Особенно, Джим, опасайся этого одноногого. А что это за черная метка, капитан? Черная метка? Это вроде повестки, приглашения к дьяволу. Стойте, куда, куда? Скажет ли какой-нибудь благодетель бедному слепому человеку, в какой местности я нахожусь в настоящее время?
Вы находитесь у трактира Адмирал Бенбоу в бухте Черного холма. О, я слышу голос, и молодой голос. Дайте мне руку, добрый молодой человек, и проводите меня в дом. Где вы? Где? А теперь, мальчик, веди меня к капитану. Вот ваш друг, Билли. Билли, вот ваш друг. Билли, протяни свою правую руку. Я не могу тебя видеть, но я чувствую, как дрожат твои пальцы. Держи. Дело сделано. Черная метка. В 10 часов. Осталось 6. Мы им еще пока. Это была вторая смерть, которая произошла у меня на глазах. Ни один из жителей деревни к их стыду не согласился пойти с нами в Адмирал Бенбоу. Имя капитана Флинта было хорошо известно многим из них и приводило их в ужас. Но все-таки нашелся смельчак, который поскакал к доктору за вооруженным подкреплением. И вот мы ждали помощи одни в пустом доме, где лежало мертвое тело. Ему дали время до 10? Угу. Что же делать? Покойник, спаси Господи его душу, не платил нам ни копейки уже несколько месяцев. Это шайка Флинта. Им нужен сундук капитана. Там хранятся богатства. Джим, мы откроем сундук. Иди, сынок, поищи ключ. Какой костюм? Жаль, тебе великоват. Ну, где же деньги? Ищи, Джим. Мам, так. Я докажу этим разбойникам, что я честная женщина. Я возьму только то, что он мне должен, и не фартинга больше. 2, 3, 5 лет. 2. Это не наше. Мам, бери все деньги, давай бежим скорее. 19. Ни фартингом больше, ну и ни фартингом меньше. Я знаю свои права и никому их не уступлю. И потом еще много времени. 26, 27, 29, 30. Придется взять только то, что я успела сосчитать. А это? А это брось. Я возьму для ровного счета. Бежим. Быстрее. Эй, бездельники, шевелитесь, псы! Милый, бери скорее деньги. Я, кажется, сейчас упаду в воду. Ну, пойдем же скорее! Ой. Обыщи!
тащите его, подлые лодыри! Остали наверх, за сундуком! Наверх! Живее, ребята! Ничего нет! Его успели перерыть до нас! А то на месте! Деньги тут! А к черту деньги! Я говорю, бумага Клинта! Бумаг не видно! Эй, вы там внизу! Обыщите его! Его успели обшарить до нас! Нам ничего не оставили! Никого! Ищите, ребята, ищите! Ищите во всех углах! Ищите! Переройте весь дом! Они не могли далеко уйти! Они где-то здесь, поблизости! Вы должны их найти! Ищите же, ребята, ищите! Это Дерк! Уходить нечего надо! Слушай, Дерка! Дерк всегда был дурак и трус! Ай! Стойте! 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 Джонни, черный пес, вы не оставите старого Пью. Если вы найдете эту бумагу, вы станете богаче короля. Бумага это здесь, в двух шагах. Отправить удрать. Среди вас не нашлось ни одного смельчака, который рискнул бы отправиться к Билли и дать черную метку. Это я сделал. Я слепой. И теперь из-за вас я теряю свое счастье. Я должен присмыкаться в нищете и выпрашивать грош на стаканчик, когда... мог бы разъезжать в каретах. Дьявол! Будь у меня глаза, я бы им показал. Джим, куда ты? Джим, вернись, Джим! Доктор! Доктор! Что? Я хотел сказать вам одну очень важную вещь. Я слушаю тебя, Джим. Капитан сказал, что он не охотится вот за этими бумагами. Я думаю, вам надо их посмотреть. Пойдем. На следующее утро мы с доктором Ливси отправились к заядлому охотнику, путешественнику, много знавшему о морских разбойниках, сквайру Трелани. Слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-либо плавали по морю. Черная борода перед Флинтом – младенец. Испанцы так боялись его, что, признаюсь вам, я порой гордился, что он англичанин. Однажды возле Тринидада я увидел вдали верхушки его парусов. Но наш капитан струсил и тотчас же повернул обратно. Я кое-что слышал о нем здесь, в Англии. Но вот вопрос, были ли у него деньги? Деньги? В
Вы разве не слышали, что говорил Джим? Чего могли искать эти злодеи, кроме денег? Что им нужно было, кроме денег? Ради чего, кроме денег, они стали бы рисковать своей шкурой? Скоро мы узнаем, ради чего они рисковали своей шкурой. Против Каракаса. Да сбудутся мечты Билли Бонса. У Палмки он получил все, что ему причиталось. Итог доля Бонса. Я ничего не понимаю. Все ясно, как день. Перед нами приходная книга этого гнусного разбойника. Крестиками заменяются названия потопленных кораблей и ограбленных городов. Цифры обозначают долю этого душегуба в общей добыче. Там, где он боялся неточности, он вставлял некоторые пояснения. Против Каракаса. Это значит, что возле Каракаса было ограблено какое-то несчастное судно. Правильно. Вот что значит быть путешественником. Бедные моряки. Бедные моряки, плывшие на нем, давно гниют среди кораллов. Так, теперь посмотрим, что на карте. Главная часть сокровищ здесь. Ливси, вы должны немедленно бросить вашу жалкую практику. Завтра же я еду в Бристоль. Через 10 дней у нас будет лучшее судно и самое отборное во всей Англии команда. Хокинс, ты едешь юнгой. Из тебя выйдет прекрасный юнга, Хокинс. Ливси, вы судовой врач. Да, я адмирал. Ливси, мы возьмем с собой Джойса, Хантера и Редрута. Попутный ветер быстро домчит нас до острова. Отыскать сокровища не составит никакого труда. У нас будет столько монет, что мы можем купаться в них и швырять их в воду. Ливси. Трелани, я еду с вами. Идем, Джим. Ручаюсь, что мы с Джимом оправдаем ваше доверие. Но есть один человек, на которого я не могу положиться. Кто он? Назовите мне этого пса, сэр. Вы? Что? Да вы, потому что вы не умеете держать язык за зубами. Не мы одни знаем об этих бумагах. Разбойники, которые разгромили трактир, отчаянно смелый народ, и они на все пойдут, чтобы завладеть сокровищами. Мы нигде не должны показываться поодиночке. Поэтому мы с Джимом останемся здесь, а вы возьмите Джойса, Редрута, Хантера и отправляйтесь в Бристоль. И умоляю, ни слова о нашей находке. Ливси, вы правы, как всегда. Я буду нем, как могила. Мои собачки, мы едем искать сокровища. Неисправим.
приехали! Пошли! Живее, ребят, пошли! Прошу вас прощения, сэр. Отойдите в сторонку, джентльмены. Прошу вас прощения, сэр, что я вмешиваюсь не в свое дело, но Бристоль очень шумный и опасный город, и в нем без сопровождающего просто нечего делать. Ей-богу. Благодарю вас. Что вы, не стоит. Вы путешествуете или как? Да, я решил отправиться в морское путешествие, сэр. У вас есть корабль? Нет, сэр. А, посмотрите сюда, обратите внимание. Пожалуйста. Осторожнее. Тут не видно ничего. Лучше шхуны представить себе невозможно. Водоизмещение 200 тонн, название «Испаньола». Управлять ею может и младенец. Стоит гроши. Красавец. Считайте, что она ваша, сэр. Кошелек. Бог подаст. У вас есть где остановиться? Нет, сэр. Отлично. Вот здесь есть гостиница. Вот там. Там лошадь. Нет, старый якорь. А лучшая кухня здесь, в таверне «Подзорная труба». Все, он готов. Вести. Давай. Давай! Я сейчас познакомлю вас с ее, простите, хозяином, извините. Бывалый моряк. Жизнь на суше расстроила его здоровье, и он хочет снова отправиться в море. Ищет место судового пола. У него, Кока! Кока, да. У него, понимаете ли, нету одной ноги. Он ее потерял, сражаясь под знаменами знаменитого адмирала Хока. Хока, это лучшая рекомендация, сэр. Да-да. Простите, ради бога, извините, минуточку. И такой человек не получает пенсии. Жестоко. Жестоко. Да. Видите, в какие ужасные времена мы живем. Дайте ей монету. Так, берите бумажку. Разрешите. Вы найдете сокровище. Правильно! Посмотрите на эти лица. Это все опытные, просоленные океаном моряки. Ну, внешность, конечно, у них не очень привлекательна, но зато они люди отчаянной храбрости. С такой командой вы можете сражаться с целым фрегатом. Посмотрите на это лицо. Гарри, немой, глух, как тетерев, зато нем, как рыба. Прекрасно. Прекрасно. Осторожно, там очень важные документы. А это позвольте представить вам моего нового знакомого. Дик Пастор рвется в море простым матросом. Мечтает стать пиратом. У нас будет один пират на корабле. Позвольте представить. Джон Сильвер, наш главарь. Как? Главный повар. Кок. Кок. А, другое дело. Прошу. Адмирал Трелони. Адмиралу Трелони. Ура! 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 Вот она, наша красавица. А это, господа, 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 это наш капитан, прекрасный человек. Да выхлёстывайте, гордень! Чёрт тебя побери совсем! Боцман! О, ну и команда. К сожалению, упрям, как тысяча дьяволов. А это наш боцман. Вы познаком... Пройдемте дальше. Пройдем. Боцман Хэнс. Он умеет насвистывать все сигналы на боцманские дудки. Боцман, свистать всех наверх. Кто там есть? Меня закрыли! Кто там есть? Это я сам себя закрыл. Я превосходно себя чувствую. Ем как бык, сплю как бревно.
Но я буду счастлив только тогда, когда наши морские волки затопают вокруг шпиля в открытое море. К черту сокровища! Море, а не сокровища, кружат мне голову. А вы что здесь делаете? А ну-ка, марш по местам! Живо! Живо, живо, живо по местам, то я вам найду работу. О, сэр, ну когда же мы отплываем? Когда? Завтра! Ура! Джим, Джим, Джим! Эту записку отнесешь в таверну «Подзорная труба» и передашь ее Джону Сильверу. Он прекрасный человек и безумно влюблен в море. Я ее взял коком на корабль. Беги! Стой! Джордж Мэри! Слушай, адмирал! Прекрасный человек. Прекрасный. Он еще себя покажет. Джордж Мэри, я прошу вас, проводите Джима в таверну. Прошу, Джим! Прекрасный. Прелестный. Прелестный. Это был самый радостный день в моей жизни. Я летел, как на крыльях. Завтра я отправляюсь в море. Я отправляюсь в море на шхуне, с боцманом, играющим на дудке, с матросами, которые поют песни. Я отправляюсь в море. Я поплыву к неведомому острову, искать зарытые в землю сокровища. Седые облака в лазуре высоты. Я как мальчишка погружен в мечты, в мечты. И изменяясь на лету, уходят облака в мечту. Они плывут, как сны, точь-точь, прочь, прочь, прочь. Плывут седые паруса торжественно чисты. Я как мальчишка погружен в мечты, мечты. И уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту. Не в силах ветра превозмочь, прочь, прочь, прочь.